Я тебя знаю. Это хорошо. Значит, все правильно делаем. Да, когда ты издевался над трупами нашими ребятами. Я тебя знаю. Знаешь, ты просто... Ты понял? Ты... Наши ребята погибают. Ваши ребята погибают. А ты изгаляйся. Я твои глаза помню. Я помню твой голос и твои слова. Значит, понял? Все правильно делаем. Раз такую насчет хрень чего? Можно заносить, то значит все хорошо. Значит, я не зря живу на этой земле. Да нет. Да не зря. Смотри, как хорошо. Что приходится вот эту вот фигню распространять, да. Наши ребята придут, с тебя спросят. Точно, ты себе точно. На уголовное дело уже наговорил уже. Точно, точно. Минометным мясом придут. Пулеметным мясом кинутся. То, что изгалялся на город Харьков. Над нашими ребятами, ты еще ответишь. Точно, точно. Ваши терпилы обосрутся от страха, когда дадут им приказ наступать на город Харьков. Я знаю это. Это первые атаки были на кураже, что сейчас зайдем с парадной формой. Росгвардия пыталась наступать с средствами для того, чтобы разгонять демонстрации. Слушай, у меня вопрос такой. Как тебя зовут? Меня зовут Александр Беспалый. Сань, я из города Харьков, 69-го года рождения. Я тоже 69-го года рождения. Какой у тебя месяц? Ну, вы не очень хорошо выглядите для 69-го года рождения. Я опером работал. Понятно. Вот теперь у меня вопрос. Да, оперы это такая... как раз... Вот чувствуется ум оперский, напор я оперский, говорю, правда оперская и честь опера такой. Чувствуется. Это было всегда. Опера, что самые честные на Украине. Люди. Не надо тут смешивать. Да, самые честные люди. Вот по вам самые я это вижу, что вы действительно очень честный человек. Сразу хочется вам верить. А ты какой факультет заканчивал? Я учился Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники сначала. Факультет радиотехнических систем обеспечения полетов РТО. А потом Харьковский институт радиоэлектроники, факультет радиотехника. Ну и откуда у тебя такая жилость в тебе-то? Откуда? Это доброта. Это просто глаза ваши оперские думают, что это желчь. А на самом деле это доброта, доверие. И хорошее отношение к людям, даже таким, как вы. Мне кажется, дядя Вова, Путин, он не зря все это сделал. Все правильно. Все, давай, удачи. Точно, точно. Он не зря это сделал. Вот и все.